Всем привет! Сегодня распаковываем робот-пылесос iBOTA Aqua V710. Итак, внутри инструкция. Пульт управления. Адаптер питания. Виртуальная стена. Комплект для влажной уборки. Запасной HEPA-фильтр и фильтр тонкой очистки. Дополнительная тряпка. Сам пылесос. Боковые щетки, их в комплекте 4. Щетка для очистки пылесоса. Зарядная база. Инструкция на русском языке. Отсоединяем пылесборник. Внутри HEPA-фильтр такой же, как и запасной. Ставим на место, защелкиваем. Устанавливаем щетки. Кнопка питания. Включаем. Первый пуск. Застрял. Поработав, разрядился. Вставляем батарейки в пульт. Ищет. Все, припарковался. Пошла зарядка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.